Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смотритель кладбища». Ну что же, я сделал себе настойку памяти. 4 штучки у меня есть. И нам нужно узнать, для чего же все-таки нужен этот обугленный ботинок. Давай использовать. Ну? О, да! Ну, наконец-то, елки-палки, сработало. Нет, Карл не сработает. Но неужели ты не видишь, что это просто идиотизм? Согласен, полная чушь. Даже глупее, чем твоя старая идея готовить и пить кровозаменитель. Парни, парни, на этот раз все будет по-другому. Я правда все продумал. Ты это каждый раз говоришь. Каждый раз, Карл. Парни, кончать трепаться. Мы уже опаздываем. Она опять будет в ярости. Карл, одевайся и идем. Все получится. Мы заработаем огромные деньги, и больше не придется ей прислушивать. Карл, брат, ну пожалуйста, вспомни, кто ты. Вспомни, кто мы все. Просто вспомни, мы изгои, уроды. Люди нас никогда не примут. Что бы ты ни делал. Нет, они примут. И я докажу, вот увидишь. Брат, я устал быть никем. Ох, Карл. Вот увидишь, когда я возьму еще один кредит и куплю ту крутую почтовую контору со слами. Когда я куплю еще немного благородных лошадей, сделаю привлекательную рекламу и заполучу первые большие заказы от аристократов. Ты увидишь, вы все увидите. Кто такой Карл? Вампир Карл, который собирался купить почтовую контору со слами и благородными лошадьми. Хм, очень интересно. Думаю, мне срочно нужно поговорить со слом. Ага. Поговорите с ним о его хозяине. Так. Значит, поговорить со слом. Секундочку, друзья мои, что-то у нас тут с вами сделалось. Заберем эти все пробирки и выложим. Погоди, а куда это они у меня делись? А, они сразу в сумку полетели. Окей. Кстати, я сделал себе еще одну сумку, друзья. Универсальную. Ну, сам подумай, да? 9 ячеек лучше, чем одна. И знаешь, что я хотел сделать? Хотел сделать еще одного зомби. Мне как раз не хватает одного зомби, чтобы поставить его за станок. Чтобы он там работал. Потому что, как я и обещал, я сделал две штуки. Вот первая, да, где у нас с вами делается эмульсия для реанимации. И вот еще один, ребята, где делают у нас всякие алхимические ингредиенты. Пробирки, ну, вот эти вот растворчики и порошки. В данный момент он у меня делает серебряные порошки. Так, и хотел я вот сюда поставить зомби, которого я забрал когда-то. Поэтому двигаем с тобой сюда. Трупик есть, вроде бы лежит один. Забираем тело, ложим сюда и воскрешаем. Вот, отлично. Так, ну что же, пойдем поставим его на место, чтобы он работал. Теперь, значит, мне нужно поговорить со слом. Это раз, а во-вторых. Так, погоди-ка, погоди-ка. Я не туда его влепил, вот сюда. Да, пускай стоит. А во-вторых, у нас, друзья мои, какие-то еще должны быть задания. Так, поговорить с ним о его хозяине, это понятно. А что у нас здесь? Надо приносить ему кровь. Построить улья, вот что у нас. Так, ну для этого нам, естественно, нужны с тобой пчелы. А сколько у меня вообще их? Я... Блин, я с собой не таскаю, да? Я с собой не таскаю. Можно будет, кстати, еще одну сумку сделать. Дубильную краску я сделал. На запасик еще две штуки. Поэтому нужно только лишь кожу там. И что-то еще. И забыл я, что там нужно еще. Так, морковки нету. Морковки нету.
Ладно, пойду пока поворошу улья. Мне нужно 10 пчел, чтобы сделать хотя бы один улей. А сколько там нужно ульев сделать, я, кстати, не знаю. Там написано, постройте улья, а не улей. Скорее всего, даже не один придется лепить. Ну что ж, давай. В поисках пчел. Угу, тут только мед нам достался. Окей. Попробуем здесь. Так, одна пчела есть. Это уже хорошо. Мне бы свою тут пасеку развивать. Блин, так я еще подписался там делать. Так, еще одна пчела, да? Это две. Три. Ага. Пять, пять пчел. Четыре, по-моему, у меня там где-то лежит в сундуках. Значит, еще одну пчелу нужно получить. Если я не ошибаюсь, у них где-то здесь еще должен быть улей. Вот он. Сейчас мы его потревожим чуть-чуть. Слушай, я не понял, а куда это у меня зомби бегают? А, все, понял, они бегают в старый карьер. Носят материалы. Ну смотри, получается у нас в данный момент 5 пчел, этого мало. 5 пчел мало. Опа, кто-то со мной хочет поговорить. Скажи мне, добрый юноша, не просил ли кто тебя передать мне записку? Да вроде бы нет. Что-то произошло, вы выглядите нездоровой. Бессонница и нервы не могут перестать думать о сыне. Он в большой беде. А можете рассказать поподробнее? Он был одним из охранников короля. Это была работа, о которой он мечтал с детства, но недавно... Прости, об этом нелегко говорить. Так получилось, что он чихнул во время торжественной речи короля на празднике Великой Чистки. Ему сделали выговор? Ох, если бы. Его уволили, лишили дома и всех сбережений, а вдобавок наложили чудовищный штраф. Мне пришлось продать свои кожевенные мастерские, чтобы выплатить хотя бы часть этого штрафа. Ужасно. Знаешь, даже сейчас, когда я далеко от него, я все еще мать, и я обязана помочь моему мальчику. Могу я попросить тебя построить для меня верстак кожевника? Я в силах заработать для сына немного денег, даже здесь. Я сделаю это, я обещаю. Так, друзья мои, теперь понятно, для чего здесь вот это вот местечко оставалось. Ну и где же? Так, место кожевника, да? Значит, нам нужно с тобой бруски 10 штук и гвозди 16 штук. Принято, значит, сделано. Гвозди и бруски. Остальное все вроде бы есть. Так, кстати, подожди, давай-ка посмотрим, что они тут вообще делают. Вот я удивляюсь, друзья, тому, что они ничего здесь сами не сажают. Понимаешь, вот в этом проблема. Огромная проблема, потому что я им огород для чего делал? Чтобы они сами здесь что-то выращивали. Так, пирожки у них есть, ладно. Смотри, все, весь алкоголь выпили. Так, что у них тут? Всю капусту сожрали. Все, что у них было, свекла, все они это съели, ты понимаешь? Дам им еще красного винца, так уж и быть. Ну что же, семена пшеницы. Пойду засею им поле. Ну а что делать, друзья? Пускай хотя бы пшеница у них растет. И вот самое обидное, что я могу только один раз засеять поле, и все. Надо будет где-то купить семян, чтобы у них не только пшеница была, а еще что-нибудь. Так, ну что же, я полетел домой. Я полетел домой, милый дом. Так, заодно посмотрим, где у нас пчелы. А ну-ка. А я здесь не вижу. Это бабочка. Ага, вот они. 4 штуки. Так, забираем. Знать бы, где они тут еще лежат. Так, гвозди заберем.
Так, и бруски. Гвозди и бруски. Так, погоди секунду, где-то еще должны быть, а? Так, это у нас доска. Тоже доска, кости. А, наверное, вот сюда я положил. Так, вот они, пчелы. Короче, еще одну штуку нужно. И вот у нас с тобой здесь как раз бруски. Кровь заберем. Мед, я думаю, можно здесь выложить. Хотя лучше оставить. Знаешь, для чего, ребята? Мы с вами, если что, энергию будем восстанавливать. Так, сложные детали есть. Яблоки, зачем мне яблоки? И колбы эти мне тоже не нужны. Окей. Так, давай посмотрим теперь по семенам. Семена моркови. Кстати, нам самому нужно морковку высадить. Так, семена капусты. Семена капусты 20 штук. А чтобы посадить огород, по-моему, нужно 24 семечка, да? Ладно, заберем пока. Семена пшеницы. Здесь у нас, так, виноград, семена моркови. Подожди, а у нас у самих-то морковь есть? Нам же нужно еще поговорить со слом, а для этого нужно морковку посадить, ой, положить ему. Ну-ка, давай глянем здесь. А-а, тут только грибы. Я так понимаю, грибы они сами собирают, да? Ну да, здесь у нас только лишь сдобное тесто. Хорошо, давай пойдем на свой огород сбегаем. А, гвозди еще нужны, да. Ну, давай, я думаю, этого будет более чем достаточно. Так, подожди-ка. Вот так. Ну-ка, глянем. Так, здесь у нас семена капусты я заберу. Так, семена лука, лука. Это все не то. Слушай, что у нас семена... А, понял, они разные. Здесь серебряные, здесь бронзовые. Я думаю, что они все в разнобойку-то лежат. Но тут вообще нету ничего. Да ладно, ты прикалываешься, что ли? Так, капуста. Короче, о, вот, друзья мои, еще две пчелы. Я предлагаю сбегать, пока еще не поздно, и купить семена. Но это не дело. Вообще ничего не осталось, понимаешь? Так, это нам надо ехать к кому? Ну, сходим к фермеру для начала, да? По-моему, там у него что-то можно будет приобрести. Так, тихо, подожди. А, вот он. Опа, здесь можно видение посмотреть. Так, торговать. Ну вот, смотри, у него есть семена капусты. Давай заберем все абсолютно. Плюс семена моркови тоже заберем все. Так, свекла. Тоже заберу. И пшеницы. Так, у него есть семена лука, семена чечевицы, кстати. Наверное, заберем. И эти... Ой, подожди, подожди, подожди. Мне нужны именно семена. Так, у меня поместится, надеюсь, да? Все поместилось. А это семена чечевицы. Тыквы. Вот я не помню, сколько там нужны семян тыквы. Так, давай-ка закроем. И сделаем с тобой следующее. Открываем сумку. И ложим с тобой сюда семена, перекладываем. Так, и дальше докупаем. Так, я не купил семена лука и семена чечевицы. Все. Ну и посмотрим, что же тут за видение у нас осталось. Ребенок рисует на земле забавные рожицы. К нему подходят два инквизитора и что-то говорят. Он бежит в дом. Из дома выскакивает фермер и начинает громко спорить с посетителями. Время от времени они указывают на ближайшее окно. В конце концов, фермер хватает вилы и идет на инквизиторов. Те с проклятиями убегают. Бедная худая женщина появляется в дверях. Судя по всему, она очень больна. Фермер ласково обнимает ее, что-то шепчет и уводит обратно в дом. А это, скорее всего, да, жена фермера, которая
По-моему, она же умерла, да? Остался только сын у него. Кстати, помнишь, я искал графит? Вот он где находится. Но мне сюда не попасть. И вот это вот больше всего бесит. Что, я могу добывать? Отсюда не могу. Я очень хотел сюда попасть. Там, видишь, там какая-то палатка еще лежит. Но меня туда не пускает. Ну что, получается, в данный момент семена я приобрел. Больше я все равно здесь ничего купить не смогу. Так что пойдем обратно домой. Слушай, а может быть я смогу все-таки попасть? Давай-ка глянем. Здесь мы с тобой, помнишь, засаду устраивали. Камень, по-моему, сбрасывали здесь же, да, на эту телегу. Нет, я не смогу туда пройти, потому что тут стоит охранник. Смотри-ка, железо тут у нас с тобой. Там стоит охранник и защищает проход. По-моему, так должно быть. А ну-ка, глянем-ка. Да где ж тут, елки-палки? Вообще нету никакого спуска сюда, понимаешь? Да, мне в любом случае туда не попасть. Но такое впечатление, что в скором времени там должно что-то появиться у вас. Так, это я где? Елки-палки. Как же тут все разбросано и недоделано. Так, ящик. Точнее, нам нужно вот это вот. Раз, два. Пойдем достроим. Молодец. Давай здесь доделаем. Шикарно. Так, открывай и складывай все, что у тебя здесь есть. Так, пепел, соль, похоронный сертификат и вроде бы все. Ну что, пока у нас на дворе ночь, мы можем с тобой... Подожди, мы про ботинок-то этот узнали. И что? Что нам это дало? А, со слоном нужно поговорить. Все, вспомнил. Для того, чтобы поговорить со слоном, нам нужна морковка. А морковь у меня вообще растет хоть здесь? Я вижу только чечевицу и лук. Нифига у нас моркови нету. Так, это семена свеклы, капусты, вот, семена моркови. Давай засадим тогда уже с тобой. Пускай она тут растет. Растет и процветает. Так, подожди, какая капуста? Все, что ли? Закончились у нас семена моркови? Ну, получается так. Ладно, раз, два, три, четыре. Четыре грядочки мы сделали с тобой. Думаю, этого будет более чем достаточно. Ну что, полетели с тобой тогда делать улей. Лагерь беженцев. Тут не только улей надо сделать, тут еще и надо кожевничать. Как ее там? Рабочее место кожевника. Вот сейчас мы его сделаем вначале. Вот так вот. Улей. Ага, нам нужно 4 доски. Да и к тому же нужно счастье поселенцев. Придется опять ждать. Ну, пока сделаем вот это вот местечко. Пускай кожевник тут работает. Все, задание выполнено. Наверное, нам нужно сюда будет потом прийти и поговорить. Так, что я хотел здесь сделать? Воды у них хватает. Пирожки у них пока есть. Пойду-ка я этого чувачка кровью напою. Давно я его, кстати, не поил, ребята. И ничего страшного в этом нету. Если проходит день, а он, как говорится, не попил крови. Давай. Пей. Он мне просто за это дает деньги. То есть это дополнительный заработок. Когда мы с тобой, например, разделываем трупы, берем там кожу, да? Мы берем кровь, и эту кровь можем продавать за 25 медаков. Вот и все, ребят. Так, ну что, основная цель следующая моя — это дождаться осла. Так что пойдем, наверное, кимарить. Утром встанем. Уже у нас, как говорится, будет с тобой, наверное, морковка готова. Поставим ее, как говорится, в ведро и будем ждать, когда придет осел.
Вот как раз у нас утречко-то и наступило. Ну давай, вставай. Отлично, он выспался. Опа! Хранитель кладбища, именем короля Джо VII вы арестованы. Слушайте, мужики, может быть, мы не будем торопиться и попробуем как-нибудь договориться? Лорд Командер, полномоченный представитель короля в Северных землях, ожидает вас на судебное разбирательство. А черт, а как насчет моего права на адвоката и права хранить молчание? Парни, по-моему, он нарывается. Стойте, я согласен, согласен. Но что за нецивилизованные люди? Твою ж налево, меня еще и поймали. Страшно тебе, хранитель? И правильно, у тебя проблемы большие проблемы. Хе-хе-хе-хе. Это горбун этот, помнишь? Кукол, Харадрик. Что тут вообще происходит? Пока не знаю, но определенно ничего хорошего. И ты чертовски прав, трактирщик. Сперва будете скучно, допросны, обсуждения, приговоры. Но закончим мы классно. Двойное сужение. Ву-ву. И... А, вот она. О, это мерзкая черва с ним. Какое счастье, миледи, что вы согласились отужинать со мной сегодня. Ах, лорд Командер, возможно ли устоять перед вашим обаянием? Уверена, это будет нечто изумительное. Никаких сомнений, моя дорогая. Так что давайте закончим здесь побыстрее. Хранитель кладбища и Харадрик, ваш приговор будет... Приговор? Вы начинаете суд с приговора? А почему бы и нет? Разве это дело не совершенно ясно? Харадрик и хранитель кладбища помогали и укрывали беглых еретиков. Приговор может быть лишь один – смерть через сожжение, с правом апелляции после приведения приговора в исполнение. Знаете, а сжечь меня не так-то просто. Когда-то уже пытались. Мы не помогали беглецам? Бедный наивный хранитель, ты правда думал, что мое заклинание всего лишь изменяет твой запах? Увы, в любое время дня и ночи я могла посмотреть твоими глазами, послушать твоими ушами, даже почувствовать запах твоим носом. И запомни, кстати, сушеная гвоздика и лилия вообще не сочетаются с запахом гниющего трупа. Вот так подстава. В общем, приговор согласно постановлению номер 3523 о эртиках, параграф С27, вы будете сожжены. Вопросы? Да, есть один. Согласно параграфу М88, параграф С27, не может применяться в случаях, если у обвиняемых отсутствуют волосы на ногах, преступление не вовлекает крупный рогатый скот и в течение четных лет. Что? Харадрик прав. Мой дорогой повелитель, все это глупости. Просто сделайте это, и я обещаю вам самый великолепный вечер в вашей жизни. Только мы вдвоем, никаких еретиков и их союзников, никаких грубых солдат, никаких вонючих, косноязычных, уродливых горбунов. Мой повелитель, вы, конечно, можете же делать это вопреки закону, но что скажешь, король? Молчи, глупец, король даже не узнает. Уверены, а вдруг один из этих вонючих, косноязычных, уродов-горбунов сообщит ему? Повелитель, ваш шут просто невыносим. А его запах, даже мой уникальный освежитель не может справиться с этим запахом. Прогоните его. Достаточно. А ну замолчите. Все вы. Хранитель и Харадер, а вы можете идти. Но предупредите своих дружков-еретиков. Они и их лагерь будут стерты с лица земли, словно слово лорда Командора. Ага, все-таки нас выпустили. Так, мы должны рассказать ему о лорде Командоре. Поехали. Побежали даже, я бы сказал бы. Так, блин, нам нужны доски. По пути забежим домой. Так, где мои доски? Да блин, их целая куча должна быть. Так, подожди, это что у нас тут?
Семена капусты, что-то у меня слишком дофига капусты. Вот и семена моркови сразу нашлись. Здорово. Блин, да где же доски-то? Я ведь знаю прекрасно, что их целая куча должна быть. И как назло, их нету, когда они нужны. Так, хорошо, давай глянем тогда вот в этих вот ящиках. Здесь нету. Так, да ну. 4 доски — это ерунда. Должно быть много, в разы больше. Так, тут чурбаны. Так, морковь созрела у нас? А, нифига, пока еще не созрела. Так, я предлагаю, наверное, еще посадить морковочки. Так. В любом случае, нам нужно поговорить со слом. Поэтому морковка нужна будет. Сажаем. Да чтоб тебе. Давай, наверное, вот здесь еще посадим. Почему меняется постоянно, а? Окей. Так, парень, а ты что стоишь-то здесь? Давай-ка мы тебе сделаем задачку вырастить нам капусты. Пускай собирает, да? А тот все пшеницу клепает. И так долго он ее делает. Так, значит, ну я могу лично сам сделать. Это, в принципе, несложно. Этого достаточно, я думаю, будет. Ну что, полетели тогда с тобой в лагерь беженцев. Нам нужно будет предупредить. У них счастье. А, ну, в принципе, да. На улей как раз достаточно. Улей. Куда его делать? Куда его ставить-то? Погоди-ка. А, 3 улья. Блин, вы серьезно, что ли? Ё-моё, 3 улья я должен им сделать. Так, пойду вначале сделаю, потом поговорю с маркизом. Ну. Вот так. А здесь мы попробуем посадить капусту, пшеницу, опять же пшеницу и все. Так, ну что, ты будешь со мной разговаривать? Да блин! Погоди-ка, создать нет. Да какой создать, вот. Нет времени на сожаление, если мы хотим выжить, мы должны двигаться только вперед. Так, рассказать вот о лорде Командере. Маркиз должен предупредить, ваши враги вас обнаружили. Лорд Командер из Северной Цитадели пообещал стереть вас и ваш лагерь с лица земли. Простите, что принес плохие новости. Тогда у нас не остается выбора. Согласен, но вот куда вы пойдете? Мы никуда не пойдем, мы останемся здесь и дадим отпор. Маркиз, да это же безумие. Как вы остановите обученных солдат Цитадели? Мы прошли через все это не для того, чтобы вновь стать беспомощными беглецами, хранитель. Маркиз, послушайте же. Хватит, решение принято, мы никуда не уйдем, мы будем драться. У меня есть лишь один вопрос, готовы ли вы снова нам помочь? Если речь идет не о том, чтобы драться за вас, помогу? Нет, никакого риска. Нам понадобится оружие и укрепление. Сумеете обеспечить? Ну, если настаиваете. Настаиваю. Установите колья вокруг лагеря. А когда все будет кончено, мы с вами расплатимся. Опа. Ребят, да мы тут... Установите колья вокруг лагеря. Мы тут целую, блин, эту оборону делаем. Давай посмотрим, где эти колья вообще нужно. А, подожди-ка. Скорее всего, нужно подойти туда. Сейчас глянем. То есть они тут свое, блин, королевство скоро сделают. Маленькое такое, небольшое, да? Сейчас я гляну. Так. А новый беженец. Вот, колья. Ого. А нужно счастье поселенцев, ну, очень много, друзья мои. Придется ждать, а я пойду пока опять
ворошить улья. Ну, а что мне остается, друзья мои? Еще нужно 20 пчел. 20. Это очень много, на самом деле. 20 пчел. Я свои-то улья не мог так быстро сделать. А им, понимаешь ли, еще 2 нужно. Иди отсюда. Ну, хватит, хватит уже тут летать. Тоску нагоняете на меня, летучие мыши. Так, давай здесь посмотрим. Ну, подлетай, подлетай, засранка. А? Долеталась? Так, давай заберем здесь. Блин, тут только, видишь, мед и пчелиный воск. А вот я, кстати, не помню, а можем ли мы с тобой пчел купить у пчеловода? Надо, кстати, к нему будет сходить, наведаться. У них же в городе, там в деревушке есть свой пчеловод. И вот я не помню, продает ли он вообще что-нибудь или нет. Ну, по крайней мере, пчелки у нас с тобой есть. Сколько там? 5 штук. Нужно еще 5. Нужно еще 5. Так, я пойду, наверное, киморну до утречка. И сходим с тобой в деревушку, посмотрим, продает ли он пчел. Если да, то это хорошо, я у него куплю. Кстати, ты помнишь, для того, чтобы сделать колья, нам нужны, по-моему, доски, да? Нам нужно будет очень много досок. Там нужны будут доски и, по-моему, гвозди. Так, ладно. Давай сделаем с тобой досок. Сколько у нас их? Подожди, и зачем я делал... Так, погоди-ка секундочку. Я выложу здесь ненужное все. Так, семена эти. Ага, бруски. Слушай, по-моему, там нужны будут гвозди, а? Блин, я не помню. Ладно, фиг с ним. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Короче, теперь... А, еще же осел. Конечно же, ребята. Миссия со слоном. Че так морковь долго растет? Ё-моё, я не понимаю. Она должна вообще очень быстро появиться. Но, видишь, почему-то не происходит этого. Короче, кимарим. Отлично выспался. Да, я рад за тебя. У нас как раз утро. Морковь там как... Да никак, вообще никак. Так, полетели-ка мы с тобой в дохлую клячу. Так, фермер. Точнее, не фермер, а пчеловод. Где же ты? Вот он. Торговля. О, как хорошо, друзья, как хорошо. Все забираю у него полностью. Отлично. Почему я не хочу отменять сделку? А, не выкупил. Совсем другое дело. Я могу здесь? Прикинь, я на его пасеке не могу ничего сделать. Зато могу вот здесь вот диких пчел поворошить. Ну что же, теперь я, конечно же, полечу в лагерь беженцев. Сделаю 2 улья. А, не хватит у меня. Только на одно, да? На один улей. Ну, хотя бы один сделаем. Так. А сколько нужно там? 2 радости, да? Ну, совсем немножко осталось. Может быть, даже сейчас и получим ее. Пока будем этот улей делать. Я офигею, как вы быстро все-таки все здесь забираете. Так, мадам. Да ё-моё, давай сюда вот. Вот. Ну, и что ты стоишь? Эй! Тьфу ты, не туда. Не туда это уже сделано, вот же. Так, ну что, второй улей мы сделали. Второй улей. Так, счастье. Что-то оно как-то медленно у них тут повышается. Может быть, меду им дать? Пускай покушают чуть-чуть. Слушай, удивительно, а почему я не мог им посадить морковь?
Может быть, я просто не очень хорошо посмотрел. Так, ну что, счастье, блин. Дождаться бы его. Опа, друзья мои, день молитвы у нас сегодня. Поэтому полетели быстренько в милый дом. Я хочу выложить вот эти вот настойки памяти. Они нам не нужны. Все. Так, достаем нашу молитву. И пошли. Потому что деньги нужны, ребят. Мы с вами каждый раз что-то покупаем, на что-то тратимся. И, соответственно, взамен пока ничего не получаем. Блин, и морковку нужна. Я всю морковку в свое время потратил вместе с этой, со свеклой, на квашеную капусту. Нет, там получается морковь и капуста, да. Но капуста у меня была в разы больше, чем морковки. Так, ладно, давай делать молитву. Ну что, я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. И я надеюсь, каждый найдет здесь покой. Да, отлично, хорошо. А сейчас давайте же помолимся о благословении. Отличная проповедь. Да, хранитель. Не забывайте про пожертвования. Да будет Бог с вами. Отличная проповедь. Да, он великолепно отчитался. Пойдемте, ребята, по делам. Так, ну что, идите по делам. А я соберу пожертвования на благо. Как говорится, каждый приобретенный цент, да, в этой игре, ребята, идет на дело. Не на собственные нужды. Ну что, теперь нам нужно, наверное, вернуться. Я думаю, что счастье там повысилось. Блин, да когда же мы откроем с тобой новые технологии-то, а? Когда, друзья мои, откроются новые технологии? Вот кто мне объяснит? Правда, их не так уж и много, и рецептов осталось. Рецептов прилично. Вот здесь, короче, именно на анатомия и алхимия очень много чего нужно сделать. Мы только с тобой получили вот универсальную сумку, и все. И вот технологии, видишь, тут еще дофига чего нужно. Почему-то не получаем. Так, ладно. Это все потом. Пойду-ка я гляну, наверное, все-таки на огород. Как у нас там с морковкой дело обстоит? Так, я вижу лук, пшеница, чечевица. Ага, созрела. Созрела, друзья мои, морковочка. Не вся, правда, но кое-где уже можно забирать. Или нет? Блин, еще до сих пор нет. Только свекла дошла. Ладно, фиг с ним. Полетели, построим с тобой последний улей. Как там у вас? А во, счастья хватает. Так что давайте, друзья мои, улей. Вот так. Ага, посмотреть, что нам нужно еще с тобой. Еще 20 досок надо будет сделать. Понял. Еще 20 досок. И, кстати, счастья нужно 12. То есть полное, чтобы было, да, у них воодушевление. То есть это нам придется с тобой очень-очень долго ждать. О, все. Кому делать отчет? Никому? Теперь-то они, наверное, заживут. Так, что у них? Ну, тесто есть, слава богу, да? Пирожки у них есть. Вот ягоды им, по ходу дела, не нужны. И капуста тоже просто не нужна. Хотя, если бы я, например, делал им капусту и морковку, возможно, они могли бы здесь сами себе делать салат. Но там нужна еще соль. Так, ну что, друзья мои, вроде бы пока и все. Остается лишь... Да какой, блин, лагерь беженцев-то, ё-моё. Дом, милый дом надо было. В общем, остается всего лишь на данный момент два задания. Первое. Это связанное со слом. Мы должны
добыть морковки, да, положить в это ведро, чтобы он пришел. Ну и дальше мы узнали про хозяина. А второе, это, соответственно, сделать колья вокруг лагеря беженцев. Нам еще за это заплатят. Ну и, как нам пообещали, мы не будем присутствовать при атаке, при защите этого поселения. Они, как говорится, сами уже будут справляться. Так, все-таки где там у нас морковь? Созрела или нет? Вот фиг ее поймешь. Вот с виду вроде бы как созрела. Но собирать я ее пока не могу. Да и быть такого не может, чтобы у меня ни одной морковки не осталось, ты понимаешь? А ее нету. Золотые самородки зато у меня откуда-то 5 штук. Я столько не собирал. В шахтах. Давай глянем теперь здесь. Морковь, вот она, 19 штук. Находится где-то здесь рядом. Где-то вот, прям вот чувствую, морковкой пахнет. Здесь, что ли? Погоди-ка, здесь? Нет, вон она, ребята. Мне как раз нужно 10 штучек. В любом случае, даже если я сейчас поставлю, он придет ко мне днем. Ослик этот. Ну что же, давай сделаем вот так вот и пойдем, наверное, друзья мои, отдыхать. Да и заканчивать серию. Обязательно увидимся в следующей. И я, кстати, специально, друзья мои, подожду, чтобы счастье в лагере беженцев дошло до 12. Чтобы мы уже начали серию и нам ничего не надо было ждать. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.